Новый памятник около дома номер 26 по улице Софьи Перовской посвящен героям, которые защищали и изучали северные земли. Ученые в обычной жизни во время войны они отправились на фронт. Идея создать в честь них памятник принадлежит Геннадию Казанину. Он более 20 лет руководил Мурманской арктической геолого-разведочной экспедицией и умер в марте этого года, не дождавшись открытия мемориала. Но его дело продолжил сын Алексей, ставший новым директором экспедиции. В этом мемориале приняла участие вся экспедиция, мы его вместе проектировали, думали, как это грамотно сделать, но, к сожалению, события сегодня не дали открытию 9 мая, но в преддверии парада Победы мы нашли возможность сегодня все-таки его открыть. Специально к открытию мемориала в Мурманск прибыл телеведущий и режиссер Валдис Пельш. Сейчас он работает над фильмом о геологической разведке в Арктике. Вместе с главой региона и директором экспедиции он возложил цветы к памятнику и посетил музей компании. Я сказал, что если раньше здесь прокладывали дорогу к заблудшим душам, то потом нашли путь к богатствам нашей Родины. Мурманская геологическая экспедиция занимает ведущее место в стратегии развития Севера. В июле весь флот покинет порт и отправится работать на арктический шельф. Одно из судов, которые этим летом ведут в эксплуатацию, назовут в честь Геннадия Казанина. Александра Клепцова, Виталий Попков, ТВ 21+.